Доброго дня, друзья мои, кто проснулся раньше, кто только просыпается. Слушайте, ну как же меняется у нас погода? На самом деле вчера жара, сегодня уже очень холодно, осенняя прям такая, дождик. Только солнышко прячется, понимаю, что на самом деле осень. Но розы цветут везде, вот сейчас проезжаю. В общем, собрались мы с моей принцессой, едем сейчас к педиатру. Очередные у нас прививочки. Кстати, мамочки, подскажите, пожалуйста, делаете все прививки или выборочно? Вот я на самом деле как нужно, как педиатр говорит, так и все и делаю. Не знаю, поддерживаете меня в этом или нет.